У меня в магазине появилась какая-то необычная акция за 0 гемов. Я думаю, то, что новенького бравлера мы прямо сейчас, конечно же, заберем. Кубик, можно это сделаю я? Я его забираю. Ю-ху! Кубик, а давай заскайвим этого смена и один видосик запишем без него. Ха-ха! Борис, а ты уверен, что можно играть без него? Ой... Борис! Так, я не понял! Это кто тут без меня играть собрался? Сёма, Скилл хочет с тобой поиграть. Кубик, не нажимай на зеленую кнопку! В смысле, блин, не нажимай? Кубик, ну-ка, я сейчас за тебя тогда нажму. Блин, чё она не нажимается нафиг? Да ладно, Сёма, я тебя понял, все хорошо, я принимаю у тебя запрос. Хотел хоть разочек без тебя, блин, поиграть. Не, Кубик, без меня поиграть не получится. Эх, блин, ну ладно, походу придется играть с тобой. Чё тебе нафиг надо? Я придумал способ, как можно получить новенького бравлера Хэнка! Чё, блин? Ты чё мне втираешь какую-то дичь? Если мы зайдем в персонажей, у нас Хэнка еще даже элементарно в персонажах, блин, нету! А у меня он уже есть! Чё ты гонишь? Давай покажи его тогда! Ну ладно! Нате! Смотрите! Я не понял! Сёма, а каким образом ты без нас вообще зашел в катку? Ты будешь за мной смотреть или нет? Заходи быстрее, блин! Окей! Нажимаем на кнопку наблюдать. И что сейчас у нас будет? Я даже не знаю. Окей, у нас катка грузится и... Я не понял. Сёма, это каким вообще образом? Как? Я просто зашел и начал играть. Чё тут непонятного? Офигеть, смотри, Сёма играет в настоящую ШДшку. Это, если что, не тренировка, потому что с ним играют настоящие челики. Вот, смотри, видишь, у них настоящие ники. Не то, чтобы там какой-нибудь бот 1 или бот 2. О, Кубик, я же тебе говорил, я не обманываю. Окей, ну давай тогда займи здесь топ-1. Да вообще без проблем, я же самый лютый про. Смотри, все противники просто в шоке, то, что они играют против настоящего Хэнка. Сёма, блин, а ты как вообще это сделал-то? Я все еще не понимаю. Давай уже убей этого рикошета. Ладно, хоть ты с ним справился. Ха-ха, спасибо. Я тебе скажу больше. Я сейчас вот этого вороненка тоже уничтожу. А вот у меня есть такое предчувствие, что ты сейчас ему сольешься. И кажется, я был прав. Чувак, ха-ха, тебя уничтожили. Сёма, а почему ты тогда сейчас Хэнка не берешь? А это просто секрет. Я не хочу тебе его показывать. Ладно, это вообще пофиг. Можешь не показывать. Ты мне просто скажи, где ты его нафиг взял? Ну смотри, заходи прямо сейчас в магазинчик. Окей, нажимаем на кнопку магазин. Чего, блин? Настоящая акция на эпического бравлера Хэнка. Ага, я сейчас тоже немного в шоке. Сёма, а это каким вообще нафиг образом? Кубик, нам нужно успеть забрать этого перса. Он пропадет через несколько минут. Ага, я вижу. Только у меня есть вопрос. С какого фига он стоит 0 гемов? Ага, это я просто с разработчиками в Brawl Stars договорился. Ага, или ты просто устроил какой-то чит? Смотри, напоминаю тебе еще раз. Я играю в настоящий Brawl Stars. Вот, у меня здесь на аккаунте все 67 персонажей. Это мой настоящий аккаунт. У нас Хэнка еще даже в Brawl Stars нету. А в магазине мы уже можем его купить. Я пока что вообще прикола нифига не понимаю. Че мы тогда ждем-то? Давайте забирать бравлера. Стой. Нельзя пока что забирать. Это еще почему? Да потому что он тогда исчезнет. Нужно сначала задание выполнить. О, блин, ну началось. Какие еще нафиг задания? Ха-ха, ну смотри, короче. Я тут смотрю, что у тебя слишком много блингов. Кажется, нужно их потратить. Я не понял, ты что, хочешь, чтобы я прямо сейчас зашел в каталог и купил себе какой-то новенький скин? Да, Кубик, правильно мыслишь. И какой же скин будем покупать? Так, окей, я все равно хотел покупать скины на бравлеров, на которых у меня скинов еще нету. И думаю, вот этот скин будет просто опупенный. Как вам? Мне нравится, покупаем. Не, мне не нравится, фигня вообще какая-то. Давай следующий. Слышь, да ты офигел что ли? Почему тебе он не нравится? У меня же еще нет ни одного скина на Мэг. Ну, думаю, что он фигня. Ладно, так уж и быть, разрешаю тебе его купить. Офигеть, спасибо тебе, конечно, огромное. Я, походу, прямо сейчас покупаю его за 2750 блингов. Сёма, столько же достаточно? Ну, маловато, конечно, лучше бы все блинги потратить. Ну ладно, пойдет. Окей, прямо сейчас нажимаем на кнопку «Подтвердить покупку».
А чё, блин, за фигня? Почему не активируется? Кубик, нужно сначала, чтобы зрители лайк поставили. Тогда только кнопка разблокируется. А-а-а, как обычно. Поставь прямо сейчас лайкосик, и тогда прямо сейчас скинчанский у меня покупается. Кажется, Сёма был прав. Новенький скин на Мэк уже залетел к нам на аккаунт. Да еще дополнительно получили новенький пинчик. Юху! Сёма, все, получается, теперь я могу заходить в магазин и покупать бравлера? Нет, не можешь. Угу. Офигенно, блин. Почему? Потому что это еще не все задания. Так, сейчас я события поменяю. Нам нужно занять здесь топ-1. Окей, а я тогда сразу же затестирую нашего новенького бравлера. Точнее, новенький скин, который я только что разблокировал. Правда, кубков там, походу, будет очень много. Да где, блин, нафиг это Мэг? Пик, ты ее пропустил, она была ниже. Да я сейчас смотрю и не могу ее найти. Ёк-покрёк, куда она опять делась? У меня же сортировка стоит по кубкам. У нее вроде кубков должно быть немного. Но я какой-то, походу, слишком слепошарый нафиг. О, наконец-то ее нашел. Быстренько сейчас ее переоденем. Че, я зря, что ли, скин покупал? Не, Кубик, не зря. Давай, погнали в катку. Сёма! Ты хочешь готово нажать, нет? Нет, готово нажимать не буду, пока зрители на канал не подпишутся. Давайте, у вас мало времени. У нас осталось мало времени, иначе скин в магазине пропадет. Быстро нажимай на кнопку подписаться. А ты, дебил, блин, нажимай на кнопку, готово. Понял, все, хорошо, нажимаю. Во, так бы сразу. И походу мы должны затащить, я правильно понял? Только победа, окей. Надеюсь, я сейчас хотя бы не зафейлюсь, поэтому нам нужно играть максимально аккуратно. Чуваки, мы должны забрать первые 20 звездочек. Кубик, я сейчас это сделаю. Ну уж нет, Борис, можно, пожалуйста, я поиграю? Потому что у меня есть такое предчувствие, что ты можешь слиться. А вот я погнал сразу же всех разматывать. Меня только что чуть не убили, это было очень плохо. А Сёма там уже начинает тащить. Сёма, я не понял, ты что, играть, блин, научился? Я и так умел играть. Но раз ты выпендриваешься, тогда я буду просто стоять на месте. Эй, Сёма, Сёма, нет, не играй, пожалуйста. Дебил! Мы сейчас, если сольемся из-за тебя... Ты чё, вообще придурочный нафиг? Я ж тебе говорил. Вот, будешь знать, как выпендриваться. Ладно, Сёма, я больше выпендриваться не буду. Играй, пожалуйста, хорошо. Тихо, тихо, чувачки, да отстаньте вы нафиг. Вы достали меня уже. Оп, вот это я сейчас быстренько уничтожу. Второго тоже сейчас заберем. Да ёк-покрёк, отстаньте. Кубик, блин, вообще лошара нифига без меня не может. Ладно, я пошел тащить соло. Ага, давай-давай, тащи. Офигеть, у тебя что, реально, что ли, получилось? Да, а ты как думал? Ты что, думал, я нубасик, что ли, какой-то? Ну, на самом деле, да, было такое предчувствие. Ну, конечно же, нет, Сёма, ты настоящий профессионал в Brawl Stars. Ага, да, я знал. Я бы тоже, конечно, хотел стать профессионалом, но что-то у меня как-то получается это очень с трудом. Нужно всего лишь последнюю эту Амбер уничтожить, и все, мы затащим. Окей, без проблем, сейчас это сделаем. Ага, только я надеюсь, хотя бы меня сейчас не сольют. И, конечно же, не сольют. Я первый сейчас всех уничтожу. Чубзики, идите все сюда. Я не понял прикола. Кубик, я случайно слился. Ну это ты вообще виноват. Угу. Ты посмотри на вот этот вот момент. Кто там стоял на месте АФКшу? Придурок, блин. Только ты сам меня на это вынудил. Я вообще прикола не понял. Я просто с него в шоке. Окей, акция в магазине у нас еще есть. Сёма, мы же успеваем ее забрать? Конечно, успеваем. Давай, погнали, попытка номер 2. Так, Кубик, ну давай хотя бы сейчас ты нас не подведи. Я фонарил, что ли? Мы прошлую катку за тебя слили, ну базина, блин. Так, а вот сейчас Смену, кажется, нужно немного помочь, а то без меня он не справится. Ну ладно, я ему просто помог. Ага, блин, вообще нифига без меня не может, я там соло просто тащу. Да ты офигел, что ли, выпендриваться? Я сейчас быстренько одного чубзика добью. Меня тоже, кажется, могут убить. У меня осталось 900 хп, как я вообще выжил? Вот и я не понял, как ты вообще нафиг выжил? Да ты не переживай, сейчас я быстренько себе ульту нафармлю и 100% затащу. Правда, у меня есть небольшие проблемки. Меня чуть не убили на последней секунде, офигеть. Да уж, ну ты, конечно, и сливной, чел. Да, сливной, говоришь? А то, что я сейчас двоих уничтожил, тебя вообще нафиг не смущает. Ой-ой-ой, тихо, 30 кп осталось. Я лучше убегу на базу. Ух, это было потно. Да уж, ну кажется, ты даже стал звездным игроком. Как я и говорил. Причем я нанес на 3000 больше урона, чем Смен. Ну что ты скажешь против этого? Так я вообще-то играл за ближника, а ты за дальника. У тебя, в принципе, было больше шансов. Да-да-да, подъехали отмазки от Смена. Все, теперь я уже могу заходить в магазин? Да, можешь заходить. Опа-на, забираем персонажа. Нет, не забираем. Это еще почему? Я вообще-то разрешил тебе только
заходить, а забирать еще нельзя. Блин, а ты достал, я уже хочу на нем поиграть. Как это сделать? Сначала нужно забрать бесплатный подарочек, удвоитель жетонов. Окей, забираем. Мы его сразу же получили. Что дальше? Ну вот теперь почти что можно забирать. Осталось только зрителям сказать, чтобы они слово составили из этих букв. В комментариях его написали. Давайте, чуваки, у вас мало времени. Ага, до конца этой особой акции осталось всего лишь 1 минута. Поторопись, пожалуйста. Сёма, можно я уже заберу этого персонажа? Ладно, так уж и быть. Разрешаю тебе его забрать. Прямо сейчас новенький эпический бравлер Хэнк залетает к нам на аккаунт. Офигеть! Новенький бравлер уже появился у Купика на аккаунте. Блин, и мне прям не терпится на нем уже поиграть. Так, давай быстренько зайдем. Подожди, у меня также 67 бойцов. У меня стоит сортировка по трофеям. У него должно быть 0 кубков. Сёма! Я прикола не понял. Ой, Кубик, ты это... Ты о чем вообще говоришь? Не понимаю. Где бравлер, которого я только что забрал? А, этот бравлер. Ну он... Я не понял прикола. Борис, это что сейчас только что было? Кубик, кажется, нас заскамили. Офигенно, блин, конечно. А что делать-то? Кажется, остается только одно. Попросить зрителей, чтобы они поставили лайк, подписались на канал и глянули предыдущий видосик. Нажимайте на него скорее.